У Загитовой было 7,609 в Пекине по технике за эту программу, но вот я не понимаю, может быть, правда, все-таки она перед короткой чересчур нервничает, второй этап уже? Не, ну, всякое, конечно, ну, мне тоже вчера показалось, да, что Алина просто, дело тут не в ошибках, а просто она перенервничала, и от этого были такие нелепые совершенно ошибки, которые ей вообще, мне кажется, не свойственны. Вот показывают самый дорогой каскад на данный момент, да, тройной Луц, тройной, тройной Ридбергер. Да. Затем у нее стоял следующий каскад, это тройной тулуп вторым прыжком с двойным акселем. Но, конечно, все мы, затаив дыхание, смотрели на просто Луц после каскадов, которые надо исполнять. Вот как раз это ее третий каскад, флип, тулуп, Ридбергер. И затем просто отдельный тройной Луц. И именно на этом прыжке она накануне в короткой программе и упала. Здесь все очень чисто, конечно. Все в такой концентрации. И понимая, что было накануне, вся программа, вот эта драматургия сравнения вчерашнего дня и сегодняшнего, она, конечно, держит в жесточайшем напряжении. Thank you.